Молодежка Ротора сумела порадовать болельщиков. В матче 14-го тура первенства ФНЛ-2 ближайший резерв основной команды обыграл коллектив «Легион Динамо» из Махачкалы. Подробности далее. Противостояние с клубами из столицы Дагестана всегда носит принципиальный характер, причем в любой лиге, где бы команды не встречались. И хозяева, и гости вышли на поле с одной целью – взять очки. А там, у кого лучше получится реализовать свои амбиции. На радость волгоградским любителям футбола совсем немного, но все-таки преуспели в этом молодые волгоградцы, открыв счет в первом тайме. Тургай Мухбалиев на 32-й минуте получил передачу от Николая Кузнецова и хладнокровно отправил мяч в ворота соперника. Моментов обе команды создали еще достаточно, но забитый мяч стал единственным в матче и, как итог, победа синеголубых с минимальным счетом 1-0, которая стала четвертой в текущем сезоне. Мужская игра. Ребята сегодня проявили характер. Первый тайм играли так, как мы и предполагали, что мы тренировали. Второй тайм перестали играть. Ну, опять же, такое бывает, когда определенное давление идет. Бывают такие фазы игры, когда мяч не держится, перестали мяч обрабатывать, начали в касание играть, перестали работать фланги во втором тайме, именно работать через фланги. Ну, опять же говорю, такие игры бывают. Сегодня мне больше всего, опять же, даже я отступлюсь от игры, какой технико-тактических действий, характер. Игру можно всегда поправить. Тактические действия, но характер его тяжело воспитать. Ребята его сегодня проявили. Спасибо каждому футболисту. Ротор 2 набрал 13 очков и обошел в турнирной таблице Ставропольское «Динамо», поднявшись на 13-ю позицию. Следующий матч команда Алексея Жданова сыграет 23 октября в Пятигорске против местного коллектива «Машук КМВ». Константин Родионов, телеканал «Волгоград-1».